Здравствуйте! Совсем скоро на ваших экранах развернется захватывающее футбольное действо. А пока позвольте уделить мгновение представлению тех, кто будет с вами на протяжении следующих 90 минут. Ну вот почти репортаж получился. Георгий Черданцев и Константин Генич комментируют. Хорошо увидел партнера впереди. Месси. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Яо Куаси. Какой-то, знаете, между собойчик. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Арбитр назначает угловой. Центр штрафной, мяч направлен. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Это может быть опасная атака. Яо Куаси. Есть игрок впереди. Пройдет передача. Может быть интересно. Есть первый гол у нас. Очень резвое начало с быстрым голом. Нас ждет атакующая игра сегодня. В этом нет никаких сомнений. Ну и чего стоим, кого ждем? Защитники решили отдать просто своего вратаря на съедение соперника. Ну здесь нельзя все-таки не отметить высокое индивидуальное мастерство нападающих. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Тут может что-то получиться. Это удар! Второй вдогоночку. Ну что, время подумать о хет-трике. Два-ноль. Отыграться теперь будет труднее. Джерард. Джагел. Месси. Друзья, мы что, будем смотреть передачу назад? Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Яо Куаси. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Удар! Опасно! Потеряли мяч. Оказался он за лицевой. И это значит удар от ворот. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Пока неплохо. И эта игра в обороне, ну, знаете. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Казалось уже, что вот он момент. Но отличный перехват отвел угрозу от ворот обороняющейся команды. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата.
И снова точно партнеру отдает он мяч. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Тут может быть опасно. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. И подача туда, в сторону ворот. Мяч за пределами поля. Угловой. И решили разыграть побыстрее угловой. И подает. Вратарь первый на мяче. Посмотрим за этой атакой. Подача на дальнюю штангу. В этой атаке оборону пройти не удалось. И мяч у вратаря. Без труда он его забирает. Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. Защита надежно играет. Мяч отобран. Это может быть опасно. Свисток штрафной. Это угловой. Ну что, вместо подачи тут пошел короткий пас. Не получается с первого раза у защиты. Где же удар? Но кипер отбивает мяч куда подальше. Есть поддержка в этой атаке. Можно что-то придумать. Выбит мяч из штрафной. Джерард. Сбрасывает мяч. Вынос. Главное, чтобы повыше и посильнее. Именно так, наверное, его учили в детской юношеской школе. Подача. Чей мяч будет? Джерард. Надежно играет защитник. Атака прервана. Яо Куаси. Вот. Команда готова, тренерские установки получены, можно начинать. Джерард. Это может быть опасная атака. Мяч перехвачен, шанс организовать собственную атаку. Месси. Раньше это называлось корнер, но теперь мы говорим угловой. Мяч летит в центр штрафной. Яо Куаси. Отлично сыграно, надо решать.
Играют они. Вот это удар! Какая реакция, какой прыжок! Класс! Навес в штрафную. Мяч в штрафной, не может его вынести защита. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Удар! Нужно бить поворотом! Гол! Мяч в сетке! Я думаю, высказывает сейчас что-то голкипер игрокам обороны, но тут ситуация как в пословице. Нечего, дорогой мой, на зеркало пенить. Да-да, дальше мы знаем, все именно так. Очередная потеря. Тут может что-то получиться. Был фол, а вот будет ли предупреждение, сейчас увидим. А стенка по шажочку, все двигается вперед. И так скоро покинет пределы. Судья назначил угловую. Мяч летит в центр штрафной. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. А вот хороший шанс быстро развернуть атаку. Хороший пас вверх и вперед. Но это совсем мимо цели. Удары с лета получаются сильные и красивые, когда мяч хорошо ляжет на ногу. Здесь же явно не тот случай. Какая техника, как? Был фол, тут нечего обсуждать. А что насчет карточки? И это желтая карточка. Здорово сыграла защита, не прошел этот удар. Угловой удар назначает арбитр. Интересно, что они задумали. Быстро разыгран угловой. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Тащит мяч, вперед он. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Посмотрим за этой атакой. Хороший по задумке пас. Джерард. Аут. И есть поддержка у этой атаки. Месси. Ударище просто. Бессилен в этом моменте вратарь. В этом случае два лучше трех. Надо и дальше атаковать, иначе матч не вытянуть. И вот вам, пожалуйста, свидетельство тому, что футбол – это прежде всего игра. И здесь ситуация может в любую секунду измениться. Гол, конечно, из ряда вон выходящий, потому что, как мы любим говорить, ничто не предвещало. Яо Куаси. Это может быть опасно. Защита справляется. Тренер хозяев дает указание накрывать соперника прессингом. Наверное, считает, что у них слишком много свободы в передвижении и передаче. И пробил. Удар точно в руки вратаря. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Отлично сыграно, надо решать. Если бы прошел этот пас. Удар! Перекладина становится с автором гола. Не хочется это признавать, но разница в классе просто колоссальная. Матч, по сути, окончен. Тут просто подарили мяч соперника.
Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Месси. 81-я минута. Это может быть опасно. Судя по молчанию трибун, болельщики хозяев в победу своей команды уже особенно не верят. Кстати, Георгий, хороший был бы заголовок для одной из газет — «Молчание трибун». Молодец, ты здорово подобрал эти слова. Защита надежно играет, мяч отобран. Удар по воротам. Тут может что-то получиться. Опасно. Удар нужен. Надо забивать, и гол! И это, между прочим, третий гол. Он оформляет хет-трик. Великолепный гол, и к тому же третий. Да, и это уже хет-трик. Стадион просто с ума сходит. Счет на табло говорит сам за себя. Сегодня на поле была, по сути, всего одна команда. Пошла последняя минута основного времени матча. Три минуты будет забавно. Может получиться интересная атака. Надежно играет защитник. Атака прервана. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. И заканчивается эта встреча. Он сегодня провел выдающийся матч. Ну, он сегодня оформил хет-трик, так что по-любому герой. А учитывая, что команда выиграла, герой в квадрате. Очень обидное поражение. Команда готовилась играть в высшем дивизионе, но, видно, не судьба. Тем не менее, они показали достойную игру в этом сезоне. Им есть чем гордиться.